Чё молчишь? Привет, Игоревич. Привет, Мать. Чатик. Так-то лучше. У нас была экстренная ситуация. Гранат испортился. Да. То есть не испортился, он был испорчен. Fail to set data. Сегодня день хакера. О, это подходит. Ничего не понимаю. Как это работает? Уже съела гранат? Почти. А что? Так просто. Он маленький. А. Тебе чат закрыл. Что он там в углу делает? Отряхивается. Хвостом почему виляет? По штуке, которая включает гирлянду. Но зачем? В смысле зачем? Потому что он высокий. Как добавить сюда что-то? Во, нет. Чатик, угадайте, кто у нас кашляет. Игорь, почему ты такой грустный? Ну-ка, попробуем. Игорь чихает. Фух, все в порядке. А кашляет Альфоний. Ого, 640 на 480. Это я понимаю разрешение. Ну ты такой грустный. Я не грустный. Ого. Мне нравится. Тебе уже нравится? Хорошее начало. А, только как сделать, чтобы его видно было? Здесь его нет. Так. У него еще лицо все красными пятнами, о, хотя не видно на выпке. Оно зависло. Оно вылетело. А, оно не вылетело. Фак. Амбри пошла играть. Я родился 1 января 1976. Я люблю эту... Сколько? Ладно, сегодня будем говно читать. Говно читать. Наше любимое занятие. Привет, сестра Нитян. Привет, сестра Нитян. Меня радует только то, что это не Феникс. Что мы хотели сделать в прошлый раз? Помню.
Что-то хотели? Кажется, хотели в другое место идти. Женька посмотреть я хотел. Женька посмотреть и себя показать. Не прошли концовки с арбалетами. Ого, сестра на тебя. Куда тебе зашел Демонос? Он куда-то приходил? Ну что ты делал? Черт, я думаю, грубо сел и ничего не видит. Что же это диспетчерская? Система вентиляции, водоснабжения и света для убежища контролируется здесь. Наверное, здесь можно поддерживать связь с внешним миром. Демо. Все отключено. Блин, как же мы это включим? Кажется, мы не сможем заказать себе пиццу. Спасибо, сестра. Здесь много экранов. Я думаю, здесь мы сможем посмотреть записи с камер наблюдения. Что? В этом месте есть камеры наблюдения? Карлсон, сегодня 2028 год. Я была бы больше удивлена, если бы не было совсем. Да уж, я бы как-то пользовался камерой, которая была размером женский сосок. Не с мужской? Наверное, не все такие. Соски бывают разные по размеру. Бывают ли носки разные по размеру? Носки. А ты настоящий пожарный. Замечаешь то, что другие не видят. Профессиональный риск. Когда я оказываюсь в новом месте, да, перво проверяю наличие огнетушителей. Ясненько. За то, что ты всегда делаешь, ты спасаешь многих людей. Не буду я твой пить, ничего особенного. А что ты такое говоришь? Ты бросаешь сюда встречу опасности, не думая о своей безопасности. Ты это делаешь, как ни в чем не бывало. По мне это невероятно. Сейчас женек заревнует и скажет что-нибудь про сосок. Знаешь, мне кажется, все совсем не совсем так. Что ты имеешь в виду? Карлсон просто делает то, что мы его обещали делать, разве нет? Просто собачка дрессирована. А, верно сказал, да. Прости, Карлсон. Женя драматизирует, но раньше, когда мы были моложе, он всегда мчался на помощь. Воруй, но я больше не герой. Воруй, убивай. Почему? Потому что я повзрослел. Как по мне, твои слова звучат очень по-детски. 1 января, черт подери. Худший способ начать год. Но так не было шанса поздравить Марию с Новым годом. Марио. Это мой Луиджи. Можешь утешить себя тем, что она хотя бы жива. Его зовут Марио, моего Луиджи. Не забывай, что сказал Зеро. Лишь малая часть из вас найдут себя в новом 2029. Он тоже пародирует. Потому что звучит взрослый. В любом случае, давайте найдем выход из этой комнаты. Йокай, да. Да, если мы не вычищем свои задницы, а суд наступит 2030 год, прежде чем мы выберемся. Костроумный Женя. Женя просто из кожи вон лезет, я смотрю. Ты копейку, у меня сегодня гнилой гранат, представляешь? За это пришлось стрим задержать. Так что ты не опоздал. Мы выбросили гнилой гранат и разрезали не гнилой. Хорошо спит. Чего не происходит? Как правильно это сделать? Что за карточка? Написано числа, подсказка должна быть, надо захватить это.
37. Я поискала, и, короче, 0202 там одни метисы. Хасков не нашла никаких. Даже Глюниндали не нашла. Даже Бордеров. Вир. Вир. Динь-дон. У меня специально. Кажется, не работает, потому что никогда наугад ничего комната не даст. Комната под гранатой есть. О, музончик, ничего так. Крайний цилиндр, мне так кажется, но я не узнаю их, может они находятся в другой секции. Я не узнаю эти цилиндры. Что на экране? Буква S красная, W розовая. То есть тебе надо как-то изобразить эти буквы при помощи тела. Сомневаюсь, что тут будет как на дне спорта в Японии, Дженя. Дженя. Это что-то типа роль Ставин. Похоже на то, но на них какие-то линии. Можешь использовать этот ползунок, чтобы регулировать масштаб. Все. Можно приближать и отдалить изображение на экране. Что типа подсказки надо запомнить. Че техника дошла? Можно зумить. Попробуем соединить провода. Смотри, центр стойки указывает направление. Похоже на то, что это может значить. Мы можем его вращать. Давайте покрутим. Что там какого цвета было? Это запад, это юг. Другое дело, что они там под углом нарисованы или нет? Нет. Не видно, куда что указывает? Не видно. И это розовое, а не зеленое. Так что, хрен. Ого, какой большой серийный порт. Может, он выстреливает бутылками с колой? Черт из два, детишки бы прыгали от радости, если бы это действительно было. Чего? Чего за странный диалог? Давайте повернем эту стойку. Не так. Давайте нажмем кнопку. Углубление. Что это? Штука с числами. Наверное, штука нужная. 9, 2, 13. Для чего это устройство? Не знаю, постоянно потому что справа. Кабель торчит, не знаю для чего. Лучше его не трогать. Четыре, три, один, один, два, пять, пять, четыре, три, два. Я забыл, что дальше. Два, пять точно было. А я это сделал. Ладно, пойдем еще раз посмотрим. 3-2. Четыре, три, один, один, два, пять. 5-4-3-2. 5-4-3-2. Вроде правильно, не? 3-2-2-5, 4-3-1-1, 5-4. Давайте приподнимем его как юбку у девчонки. Здесь лежат очки.
Под юбкой-то сокровище. Знакомые очки. Зачем же здесь этот значок? Женя, переходный возраст или его Серега покусал? Просто расстроен, потому что Аканя его бросила. Всего 10 шкафчиков. Мы пробовали, ни один не открылся. Интересно, что внутри. Нет смысла ставить, раз они закрыты. Ну, остальные долго подбирать. Это, наверное, опять самая подсказка. А что за стрелочки там? Какие стрелочки? На стене. Там где? Слева. Вот. Что это за устройство? Не видел раньше. Попробуем нажать кнопки. Ничего, она сломана. А вот это вот и там подсказка была. Ого, похоже, получилось. Значит, подсказка был экран. Нижний шкафчик открыт. Давайте посмотрим, что внутри. Что здесь? Батарея. Может, она присоединяется еще? Карточка с номерами. Это необычные очки. Здесь есть режим просмотра А, Б и С. Надо что-то выбрать. Уберем режим так, А. Так, какие очки видно сквозь одежду? 1, 3, 2, 5. Блин. Два, пять, три, один, четыре, два, пять, четыре. Что это было на царапной линии? Подожди, мне кажется, сверху справа был значок. Привязались этим значком, как будто вообще не очевидно. Это же те самые комнаты. Да. Он подсказывает, в каком порядке их надо включить или что? Интересное кино. Записал. Может, чисто меня на стене, не знаю, что это значит. Режим С. Какую адскую комнату? Ой, Джон, ты чё, это была пока наша любимая комната. Это была единственная нормальная комната. Ну как, она лучшая была, да. Там были классные головоломки, мне понравилась, хорошая комната. Они были легкие, но интересные. Красочные. И красочные. У нас вроде ничего похожего на пароли нету, да? Без пароля не посмотреть видишечку. Там, по крайней мере, пиксель-хантинг был обоснован. Типа в этом и была суть пазла. Там надо было не просто пиксель-хантинг, там надо было поворачиваться правильно, чтобы увидеть, найти что-то и так далее. А здесь просто пиксель-хантинг. Искать ответы на вопросы. Тоже неправильно. Или где-то что-то изменилось. Что я сделал не так? Может...
Как говорит, не так. Чё не так? 1, 3, 2, 5, 3, 1. Они тут в другом порядке просто написаны, понятно. Хотя какая разница. Видимо, надо вот сюда вот, как они здесь сделаны, и опять это записывать. То есть 4, 2, ой, 4, 5 получается. 1, 2, 2, 3, 5, 1 и 3, 4. Будь здоров. Будь здоров. Не буду. Рано или поздно. Будь здоров. Джон, он просто всегда так уверенно говорит, но не всегда правильно. Ведь уже правильно. Так, а пятый-то куда? Это единичка. Думаю, сработало. Похоже на то. Видно, что открылась дверь и стало видно буквы. А-а-а. Юго-восток, запад, восток, север. Где? Чё? Я запуталась. Юго-восток, запад, восток, север. По радуге. Там просто была еще буква, которую ты, возможно, не разглядел. Где? Где? На белом фоне снизу. А-а-а, да, не разглядел. Юго-запад. Юго-восток, юго-запад, восток-север. Блин, какой маленький гранат. А я все сожрала уже, что у меня было. А, черная стойка появилась из-под пола. Значит, все правильно? Вообще все сожрала. Судя по экрану, свет в этой комнате тоже погас. Второй, пятый. Первый, четвертый. Ел блины, оставил тарелку в холодильнике. Я спешил. Спешил есть блины? Угу. Ну, а сюда что вводить? Мы должны повернуть эту тоже. Ты это не поставил перед вебкой, как мы собирались. А мы так. Это ты собиралась. Теперь мне ничего не видно. Жаль, но смешно.
Я могу симулировать то, что я сейчас вижу. Блин, смогу ли я? Смогу, конечно. Вот так сейчас для меня игра выглядит. Устройство неизвестного назначения. Лучше его не трогать. Все еще не... А, о, банки какие-то. Их вроде не было. Может, и было. Те банки, которые Джун, цилиндры? Бей. Давай опять. Ну и все. Получил. Холмс, у меня получилось! Шкафчик слева теперь открыт. Светящие цилиндры действительно были подсказкой. Больше хочет заглянуть в шкафчик, давайте проверим его. Что внутри? Наушник и карточка с четырьмя числами. Вре знур вир. Знур. Клёво, что бы это значило? Я знаю. Блин, ну что это значит? С такими звуками кран двигается, смотря в какую сторону его двигаешь. А что значит комнаты? Ничего, просто по порядку. Может, конечно, в другом месте они что-то значат, но здесь, скорее всего, больше ничего. Я, правда, знаю только, как вре делать. Только это не вре, а вир. А вот вре. Вот это да. А я себе наспойлерил пика-пика, это действительно очки Наля. Ты себе наспойлерил? Теперь я наспойлил всем. Ну я открыл, когда открывал игру, там был внизу, типа, там зачем-то в стиме идиотское это, типа, посмотрите, сколько фанарта и смешных мемов делают люди! Там был скриншот, и что-то написано было, что это ноль. Потому что мне насрать. Опять. Так, что там было? Вре. Знур. Вир. Знур. Динг-донг. Я наспойлила себе Феникса, просто скачав саундтрек. Это было нелепо, потому что я специально, я перестала ходить на Пиксив. Я избегала Вики, я делала все, что... Я вообще ничего не гуглила. Но, блин, скачала саундтрек и все. Девять, два, 13. Просто стрим закрываешь пика-пик, и никаких проблем. И не спойлеришь себе эту игру больше никогда, потому что не играешь в нее все равно. Блин, 13. Туй. Туй? Туй. Сестра Нятян, там, во-первых, понятно реально по саундтреку, ты если бы услышала, ты бы тоже поняла. Это разговаривает с саундтреком. А во-вторых, там в саундтреке, это на самом деле был не саундтрек, это было оркестровое исполнение, там оркестр иногда собирается, играет в саундтреке. И ты еще ожидала, что чего-то не наспойлили. И вот там какого-то хрена была у них целая аудиопьеса на японском, но все равно все понятно. Я когда слушала, я подумала, ну я что на японском, ничего не пойму. Хотите, я вам наспойлерю, что Майчу слышала? Не надо нам спойлерить.
Не надо, не надо, не надо. Я тебя стукну. Короче, фон Карма жив на самом деле. Сестра Натян, ты бы тоже все поняла. Я на машине времени вернулся в прошлое. Я охренел просто от такого поворота. Такого я точно не ожидал. Ну или что, у нас есть буквы и цифры. Единички. А, единичка есть. Ну давай по порядку запишем. Сестра Натян, я думаю, в интернете уже кто-нибудь все перевел давно, да? Санаторий. Бесезда. Бетест. Бетесте. Бетест. Бетестед. Бай. Фи. Р. Байфайр. Бетестед байфайр там написано. И чё? Ой, надо поджечься. У них же само... Либо надо на кнопки нажимать. Нет, не надо, к счастью. Самовоспламеняющийся мужик. Это мусорка, а, поняла. Так, и чё? Куда не кликнули? Это не открылось еще. Мне куда нравится, как текст смешно из окошек выпадает. Да-да-да. Ого, там даже никто ничего не говорит, прикольно. Где? Фон Карма — это чувак из Феникса. Ну, короче, ты его не знаешь. Из первого Феникса главный злодей. Который старый дед, который воспитывал Эджорса. У него есть Франциско. Франциско — его дочь, или племянница, или внучка, я не помню. Или собака. Все время путаю. Пикапик, ты правда записываешь мемы? Мы должны повернуть и эту тоже. Куда? Чего хотите от меня? Причем тут Bethesda by Fire? Францучка. Францучка. А, это, наверное, пароль. Санаторий. Ого, видео запустилось. Вау. Он убирается, это Джон. Он моет унитаз, да? Значит, это Феникс. Блин. Надо было запоминать, да? Зеленый N, красный N чуть-чуть. Предыдущее что было? Блин, там все смотри. Семенил море. Мементо картоха. Вот это сложно было. Хорошо, что нам подсказали. Я послушаю, сестра Натян. Кого? На досуге. Вы о ком? Надо в порядке на всякий случай. Я «Титанов» не смотрела дальше первого сезона, и «Мангу» я дропнула еще раньше. Не знаю, что там сейчас происходит.
Сейчас нас огнем начнут поливать. Ничего, у нас же есть пожарный. Да, и огнетушитель. Он... У нас есть огнетушитель? У нас в потолке, мы обсуждали. А я просто пропустила. Я услышала только вторую часть. Начала смеяться про Карлсона. Точно, смешным голосом говорил. Какой спойлер? А, давай, скажи. Да, говори. Если это к Титанам, то можешь хоть все говорить, мне плевать вообще. Я где-то слышала пересказ, но уже не помню его. Значит, если выставить стойки согласно видеоинструкции, можно открыть эту штуку. Ого, гениально. Надеюсь, это стоило усилий. Кто такая Энни? Блин, Женек, ты даже вставить нормально не можешь. Думаешь, почему жена от него ушла? О, огонь потушен. Черт, чуть было. Похоже, что огнетушитель на потолке помог. Да, похоже, что. Но есть новая проблема. Он не выключается. С таким темпом мы... Туда тебе и дорога. Да и тебе тоже, в общем-то, после прошлой игры. Процент двуоксида углерода в воздухе примерно 0,04. Сразу видно пожар. Все поджарные могут на ходу посчитать количество вещества в воздухе. Концентрации вредных веществ. Максимальный уровень, при котором можно продолжать нормально дышать. От нас не зависит, задохнете вы или нет. Сразу после 7% ты потеряешь сознание, а затем... Би-би-би-би-би. Начинаем игру решений. Ты копейку объяснили, что такое санаторий? Да. Игру решения. У двери находится 10 шкафчиков. В одном из них кислородная маска. Какой шкафчик вы откроете? А Карлсон даже рот не открыл. Будь проклят этот Зеро. В общем, мы должны быстро выбрать шкафчик. Но какой же номер правильный? Карлсон, пожалуйста, супер, выбери. Почему Карлсон-то? Почему я Карлсон? Потому что он главный. Они же вначале решили, что главный все должен делать в группе. Должен в камеру смотреть, Игорь. Чатик, выбирай, вам какой больше нравится? Да, я пойду чаю налью. Игорь, почему у нас нечего есть так грустно? В смысле нечего есть? Я только что поел. Я все вафли съела. Все конфеты съела. Котлету жалко. Котлету. Жалко котлету, но неси. Ого, че... Игорь, тут единогласно. Только не 4, пожалуйста. Но почему? Так и знал. Ты не принес котлету. Я не принес котлету, потому что ты пожалеешь об этом, знаю я тебя. Хочу вафлей. Четыре. Четыре. Игоревич, ты просто... Слов нет. Ты просто Карлсон. Это ваше окончательное решение? Нет, нет! Что? Да, сестра. Я знаю, в каком шкафчике находится кислородная маска. У меня вчера были, я их съела все. Если в выбранном вами шкафчике есть маска, 8 из 9 оставшихся шкафчиков будут случайно открыты. Если в выбранном вами шкафчике нет маски, 8 шкафчиков, кроме правильного, будут открыты. А зачем? Ну, в одном из них маска, возможно. Эй, я же не сказал, уверен я или нет. Вот зачем ты, блин, спрашивала, если не знаешь? Парадокс Монти Холла.
О, давайте обсудим парадоксы, обожаю. Количество шкафчика сократилось до двух. Какой шкафчик вы откроете? Выход будет открыт через 20 минут. 20 минут? Мы не протянем 20 мин. Женя, иди уже порежь себя на куски. Что случилось, Женя? Чувак, это же такая удача. Мы можем обсуждать парадоксы. Шансы выросли к 50 на 50. Говорить о Титанике, обсуждать термитов. Это не так, Жунпей Кун. Вероятность на самом деле... Рип. Как Анея. Как Анея, ты моя как Анея. От того, что ты с севера, что ли? Черт, это нехорошо. Нам нужно срочно достать эту маску. В каком же она будет лежать? Видите, в четвертом ничего не было. Можно мне условие еще раз? Я не слышал про этот парадокс. Но похож на тот, в котором лошадь за дверью. Так, если есть маска, 8 из 9 будут случайно открыты. Вот он заржал. И все. Испортил 8 шкафчиков, воздух, кроме и из-за правильного, этого жена будут сдохла. Открыты. Ну там 3 двери. Ну да, типа. Там как-то кажется. Мне всегда кажется, как Женьку, а оказывается, что не как Женьку. Если маска в том, который мы выбрали. 8 из 9 оставшихся шкафчиков будут открыты. Если мы выбрали шкафчик, в котором нет маски, то опять же 8 шкафчиков будут открыты. Получается, что больше вероятность того, что мы правильную дверь выбрали. Я так понимаю. Потому что... Иначе была бы большая вероятность, что попалась бы маска. Я так думаю. Не буду более глубоко думать. Пикапик говорит 10. Почему? Или что значит еще 10? Ладно. Пикапик был прав, как всегда. Нет. Почему? В этом? Ах ты ж Карлсон. Мудада. Шкафчик не откроется. Ну ты и Игоревич. Просто так легли карты. Боже, что удача отвернулась. Почему? Надо брать не ту, что вначале. Похоже, что... Бум. Простите меня, ребята. Простите меня. Он потерял сознание... Прямо на ней, потому что это был последний его шанс оказаться на ней. Пойду съем котлету. Не ешь котлету. Пойду посчитаю котлеты. Их 4. Тогда не буду есть котлету. У меня даже яблок нет. Внезапно Серега. Ого. Это, ты уверен? Действительно веришь в это сообщение? Полная чушь. Все. Значит, все живы? Конечно. Мы должны найти помощь. Ёщ, пойдем. Особенно фижево.
Расскажите про парадокс, чатик. Вы же умные. Я вот не понимаю, в чем смысл этих выборов, если после одного выбора по-любому ты дохнешь, и это ни на что не влияет. В смысле? А, ну проиграл, типа, чтобы ты чувствовал проигрыш. Я не чувствую проигрыш в этой игре уже со второго части. В этой игре, да, потому что ты просто вот все читаешь подряд. А в первую чувствовала? Первый более-менее еще. А, ну, а, да, все, Джон, я понял. Типа вероятность того, что ты... О, блин. Вероятность того, что ты случайно угадал, значительно меньше, чем вероятность того, что 8 из 9 этих самых шкафчиков... Это не настолько меньше, чем 8 из 9 и 7 из 9. Помню. Давайте, как вы сказали, 4, посмотрим. Ой, как же... А, он не открывается. Ту-ду-тум! Ого, у нас получилось. Спасибо, Холмс. Да, но... Не может быть. Одна. Всего одна маска? Сообщение не говорили, что их будет 3. А тут выбора-то не будет. Я так понимаю. Не может быть. Мы играем за Карлсона или просто играем? За Нет, Карлсона. Все будет в порядке. Мы будем просто по очереди передавать маску. Не выйдет. Почему? Дверь откроется только через 20 минут. Маски кислород только на одного человека. Так дыши поменьше просто, чё? Чёрт, какого чёрта? Давайте просто вообще не будем пользоваться маской, а будем орать друг на друга. О, это музыка. Карлсон. Я хочу попросить тебя об одолжении. Я знаю. Я не зря был пожарным все 10 лет, чтобы сейчас принять неверное решение. Точно, он надел маску на себя и их убил. Эй, это неверное решение. Да, это неверное решение. Не, ну Карлсон, если бы я играл за Карлсона, я бы сделал то же самое. Но если б я был человеком со стороны, я бы спас Карлсона, потому что эти два пидора меня бесят. Я так рад услышать твой голос в последний раз. Мне вспомнился тот фестиваль. Помнишь, мы пошли туда вместе? Ты увидала какую-то странную маску и купила две. Ты пыталась заставить меня надеть одну. Точно, ты была одета в юкату. Сказал, что раньше она принадлежала твоей маме. Поэтому юката смотрела слишком большой на тебе. Нет, Женя. Скорее надень маску. Че он кивнул? Что? Что это было? Это упало. Я не понял. Женя! Что-то что на Женю было надето. Женя! Шанс отомстить. Теперь вышла она почему-то. А не Серега. Ну все понятно, просто когда, как только там все друг друга переубивают или умрут из-за других причин, у того, кто чудом выжил, больше шансов, потому что больше там ничего не происходит, кроме того, что все друг друга убивают.
Если его не убили, а убили всех остальных, значит, он остается жив. Да, логично. All sections cleared. Так, ищем теперь фрагмент с самой дурацкой картинкой. Вон так, конечно. Это? Да. Здесь уже были. Вот это. Какая это? Надо с нее, чтобы было. Она была разве не нью? Это мы с нее начинали, ты че? Да? А, точно и правда. Я уже вот, забыла все. Развязка. Уже ничего не помню. О! Дурацкая? Да. Отлично, я еще вижу, женщина лежит. Супер. Нет, я тоже жал. Вижу, ее Рини пасет. А с другой стороны здесь этот... А, это... Мы забыли остальные выборы. Нам Джон об этом говорил. Давай доделаем остальные выборы. Я уже вообще это забыла. Как же я хочу вафельку. Неправильная музыка здесь играет. Так мы ничего не добьемся. Если умрет еще один человек. Еще один. Один, всего лишь один. Один. Кого же вы убьете, чатик? Ну, уже поздно. Уже не видно ничего за клавиатурой. А, в урода стрелять. Какого из трех? Проверка на миллениалианство. Кто это? Ты не прошла ее. Кто это? Я стреляю в урода. Кто такой Паша? Уроды, они такие же, как Паша. Кто это? Только страшные. Че это? Какая дурацкая реклама, я не помню уже. А, мы за этого играем. Ого. Вот это предъява, а почему? А у него есть имя? Вы не можете совершить самоубийц. Только не самоубийц. А чё, если имя не знаем, то нельзя в него стрелять. Этого как зовут? Эрик. Вы не можете совершить самоубийц. А дальше показывает, короче, заставку. Ку с Мирой дома сидят. Ку говорит, как хорошо сидеть на диване. Иди сюда, Мира. Это как тетрадь смерти, надо имя знать. Блин, я теперь хочу пересмотреть видос еще. Ну давай пересмотрим. День YouTube пупов. Похоже, он тебя крепко задел. Да, я смотрю, концовку-то хоть. Да, ну ладно. Мне уже раз хочется к этому времени. Вполне вероятно, что с тобой все будет в порядке, если мы поможем тебе, но... Ты нам никогда не нравился. Море. Эрик, я тебя убью. Затем же, Пикапик, зачем нам в прошлой игре все время стены показывали? Ясно, ну конечно. Нам нужен лишь один. Смотри, у него рыбка на голове нарисована. Ого. Скажешь что-нибудь напоследок, Эрик? Мира. Я тебя прощаю. Супер. Тебе идет, когда ты улыба. Самоубийц. Нанды. Это ты меня спрашиваешь? Ты ж первый выстрелил. Да, ты права, но...
Как ты можешь быть такой спокойной? Спокойной? Да нет, на самом деле я удивлена очень. Не думал, что его последние слова будут такими же, что и мои первые. Твои первые? Рождается Мира как-то. Такая, обычные дети орут, тебя. Она... Вообще не то, чтобы мы с ней встречались или парой были. Вы, похоже, не любили друг друга. Но ему так не казалось. Я просто подстраивалась, так как это была бы нервотрепка. Нервотрепка. Как же его чувства? Его чувства. А, как у моего первого. Всю жизнь я не понимала человеческие эмоции. Еще одна. Она просто социопат. Ага. Страдание, страх. Любовь. Это когда Эрик сказал, что я ему очень нравлюсь, я не знала почему. Потому что у тебя интеллект большой. Я даже не совсем поняла, что он сказал перед смертью. Что ты делаешь? Чапка-чапка. Она гаруспик, понимаешь? Mm. Сейчас она по кишкам определит. Что ты делаешь? Хочу достать сердце Эрика. Она не социопатка, а просто поехавшая какая-то. Еще маленькой мне всегда говорили, что я бесчувственная. В смысле, психопатка, а не социопатка только, по-моему. Как это называется? Почему у людей меняется выражение лица? Никогда не могла их понять. Она сердце режим. Была зеркало и пыталась сделать разные выражения, но они не особо получались. Однажды мама кое-что мне сказала. У людей глубоко в груди находится орган, называется сердце. Сердце контролирует их эмоции и изменяет выражение лица. Тогда подумала, это нечестно. Если у нее нет эмоций, нахрена она сердце достает? Почему все прячут эту важную вещь внутри, что никто не может увидеть? Фигню какую-то она объясняет, эмоциональную. Я хотел увидеть, как оно выглядит. Решил, что первой будет женщина того же возраста, что моя мама. А, у нее коллекция просто. Ну тогда ладно, тогда понимаю. Я подождала ее на тихой улице, где вокруг не будет прохожих, а затем резко вонзил в нее свой ножичек. Я тренировалась на животных, но все равно было удивительно, как быстро она упала. Животных ли за что? Зачем ты это сделала? Сердце хочу увидеть. Она в детстве это сделала? Да. Мне кажется, я единственная, кто его не видел. Боже мой. Эй, вы же вот здесь прячете, да? Я знаю, где она. Покажите мне его. Скорее. Я прощаю тебя. Пожалуйста, не делай больше таких ужасных вещей, хорошо? Ее жертва была педагогом по призванию. Потому что улыбка тебе идет. Улыбка. Женщина не ответила. Я трогала ее лицо, но она даже не моргнула. Когда перестала ее будить, начала усердно пытаться достать ее сердце. Через какое-то время я ощутила что-то непривычное, теплое, приятное. Мысли непривычные. Так и знала, она же животных оно было убивала. Здесь. На лице женщины запечатлелась улыбка. Да, поняла, что именно в такие моменты надо улыбаться. Я начала охотиться за ними, вырезать их и трогать каждое сердце. Поначалу у меня плохо получалось, мне едва получалось достать и потрогать сердце.
Но раз за разом у меня стало получаться все лучше. Мало тренировалась на животных. Страх и ненависть, грусть. Трогая сердца, я изучила столько эмоций. Столько эмоций можно было увидеть. То есть Лоля ходит, мочит людей и все, и никто не это самое? Ну, никто ее не нашел, но, к сожалению, после первого раза мне так не удалось найти такого успокаивающего сердца. Мне хотелось снова почувствовать то тепло. Бесцельно бродила в поисках человека, который хранил бы такое тепло. Я просто чувствовал тепло сердца. Пить. Нет, не захотел. Вот так я встретилась с Эриком. А почему ты мой чай не захотел пить? Кочанул. Он в магазине мороженого работал. Смотришь на него, все понятно. Чтобы сказать, что он был никудышным, никакого таланта, ни на что не способен. Поэтому у него соски на лицо. Видел столько сердец, как у него, но все они были одинаковыми. Наивные, беспомощные слабаки. Джакша. Как будто они были рождены... Блин, я не ожидал флешбека. Рождены просто, чтобы их использовали. Такими они были для меня, но Эрик... В нем было нечто другое. Абсолютно неаппетитное мороженое. Это не мороженое. Но это же магазин мороженого. Ну да, как странно оно выглядит. Ездит к останавливаться у магазина. Че, реально вот в таком виде продается мороженое? Даже не в этих, не в мисках. Я заговорила с ним. Пчалась, убиралась никуда не больше узнать, как он себя поведет. Ну я так и не поняла. В этот момент мне казалось, что я ошиблась. Демо. Игорь что-то читает у себя в телевизоре, и еще при этом параллельно озвучивает. А, вот же, вот оно. Я знал, что Эрик будет особенным. Он робот на самом деле? Сам, просто он ее простил перед смертью. Сам первый встреч у меня был предчувствие, что я права. Я же тебе сказала, да? Его слова были точно такими же, что и у моей первой. Мне от этой гурятины печени захотелось. Ммм, печень. Это же невероятно. Сугой, сугой. Как же я обожаю черешню. А, он и вправду меня любил. По-настоящему. Как она определила? Ну, она достала сердце и стала радостна. Вот она, любовь. Вот. Он реально сидит, читает чатик. Анонсирование текущих потерь. Команда С. Карлос, Женя. Команда Q. Эрик. Команда D. Диана, Фай, Сигма. Эти шестеро теперь мертвы. В результате 6x паролей будут объявлены. Я просто книжку долго открывал. Пайто, Джампу, Пуре, Блюду, Реду, Милку. Пур. Что из них Пур? А это все. Бедный маленький Эрик. Эдик. Эй, я только заметил. Ты в чем-то выпачкалась. Я не думаю, что это анаграмма. А, я думаю, что это анаграмма. Анаграмма? У меня буквы местами получается другое значение. The truth is invisible. Так вот, во что это превращается. Как думаешь, что это значит? Что-то очень важное. Точно не знаю. Может, как связано с человеческим сердцем? Ты не можешь видеть его, потому что он спрятан у тебя в груди. В одной из концовок надо было вводить эти пароли. Собачка. Ладно, я ввожу, вот сейчас опять надо будет вводить, видимо. Ага, давай. Не знаю, зачем. Пай, Джамп, Пур, Блю, Рэд, Милк. Пайту. Вот бесит, когда серийный номер вводишь. Да. И надо вручную переключаться. Что там дальше, блин, я забыл аж.
Milk, Red, Bloom. Не, Pur, Pur, Pur. Pur, Blue, Red, Milk. В любом порядке можно, тебе же сказали 100 раз. Кто сказал? Катя. Джон. Чатик не выгорее. Табак. Узнаю симулятор открывания дверей. Знаю. Больше минуты дверь открывается. И кимащо. Ага. Я думал, ее развалит, раздавит сейчас. Собаку? Угу. Круг концовка достигнута. 2 дня спустя Ку с Мирой просыпаются в постели, да? Нет, не просыпаются. Кент. Ого, это концовка. Это за концовку считается. Наконец. Что-то засчитали за концовку. Будем смотреть видос. Как его искать? Я Кира. Давай я погуглю. Это не тот видос. Почему ты так пристально смотришь на свои часы? А, часы? Я хотел узнать время. Фигня какая-то. Давай, я тебя найду. Давай. Если она смогу. На Ютубе есть? Да, я же оттуда. Ты мне все время в ВКонтакте кидала. Нет. А, R YouTube надо было писать, видимо. Знаться, я удивлен, Рьюга. Сейчас нас забанят. Чатик, покажи. Да. Признаться, я удивлен, Рьюга. Ты предложил сыграть в теннис, чтобы заподозрить, что я и есть Кира. Но я сразу предупреждаю. Я не Кира. Рьюга, ты что, Кира? Я был одним из лучших на чемпионате Кира. Но я не Кира. Вот как? Я мечтаю убить его и всех участников расследования. Игра не поможет выяснить, Кира он или нет. Но он или Кира или нет. Ты как будто YouTube пупы не смотрела никогда. Смотрела, обычно не смешные. Если он не уступлю, он решит, что я отличный игрок. Но если я специально проиграю, он может подумать, что я пытаюсь убить его и всех участников расследования. Нет. Думаю, все не так просто. Спешить некуда. Нужно все тщательно проверить. Ладно, сейчас я Кира. Но если я специально проиграю, Амазон может заподозрить, что я и есть Кира. Я знаю, о чем ты думаешь, Лагами Яйт. Я читаю твои мысли. Лагами Яйт. Уверен, ты думаешь о том, что я читаю твои мысли. Ты надеешься, что я не читаю твои мысли. Но ты Кира. Ты будешь делать все, что именно, все возможное, если чтобы поэтому... Сначала я должен сообщить кое-что очень важное для тебя. Что? Я есть Кира. Но несмотря на это, я постараюсь исполнить любую твою просьбу. Ты думаешь, ты Кира? Да, хотя вероятность этого всего 40%. Но несмотря на это, я готов убивать преступников. Отличный ход. Теперь, если я попрошу по чашке чая, он заявит, что он проиграл. Но это невозможно. Он умеет делать глаза красными, лицо затемненным. Упреждающий удар. Я бы хотел проверить твою способность логически мылить. Взгляни, пожалуйста, вот на это. На этих снимках
Кира, я хотел бы узнать, Ягами, что ты можешь о них сказать. Это не Кира. Это я. Я не Кира. Браво. У тебя острый ум. Взгляни, пожалуйста, вот на предсмертные записки преступников, которые Кира написал. Я хотел бы сказать, что ты можешь о них узнать. Черт возьми, что еще за... Это не я. Если взять и сложить первые слова с каждого снимка, то они образуют связанные предложения. Эл, едят, что знаешь, яблоки и смерти, ты боги только одни. Но при этом, если сложить снимки по порядку, получается... Я мечтаю убить его и всех участников расследования. Мне трудно поверить, что Кира хотел написать именно это. Ответ неверен. А? На самом деле есть четвертая записка. Я точно не заставлял преступника писать четвертую записку. Если прибавить ее, получится четыре записки. Мне трудно поверить. Если прибавить ее, получится следующее. Эл, ты знаешь, что у богов смерти красные яблоки? Фальшивка. Ведь без яблоки не существует. Здорово. Юга, скажи, как я могу доказать тебе, что не являюсь Кирой? Ягами, если ты не являешься Кирой, то и ты не являешься Кирой. Ты опять за свое? Как я могу доказать тебе, что являюсь Кирой? Если ты являешься Кирой, то мне было бы очень приятно. Поставь себя на мое место и представь, каково быть Кирой. Очень приятно. Наверное, ты прав. Если ты не Кира, мы скоро это выясним. Может быть. Эй, подожди. Я не стал несчастным после того, как поднял тетрадь смерти. Я обрел способность уничтожать злодеев. Наоборот, я рад, что нашел ее. Благодаря этой тетради я построю замечательный мир. Здорово. Прям как Десноту посмотрела. Всю целиком. Когда я читала Death Note, она еще в ангоинге была, чади. Нет. Эрику. Зачем? Нет, нет, только не это. Если попасть туда, ты сердце заденешь. Твое сердце, мне теперь придется. Не делай такое лицо. Эмира, бог этого Кира. Улыбка тебе к лицу. Ну вот, блин. Ничего не изменилось. Че, опять сейчас будут? Смотри, что натворил. Да нет же, я всего лишь. Я помню, что ты пытался меня убить, да? Попробуй сейчас хитрить. Пиу-пиу. Вот это могучий у нее интеллект, конечно. Кроме интеллекта ничего не видишь. Балансирование текущих потерь. Бла-бла-бла. Мать так.
дерьмовее случиться не могло. Мира. Ну, могло и дерьмовее случиться. Подожди, он... Когда объявляли, он еще не умер. Что за обман? Они просто... Правильно Серега говорил, это обман. В будущее смотрят. На самом деле пули это снотворное. Они сейчас поспят и проснутся. Особенно Женя в той концовке, где его разрезали. Он поспит и проснется, когда его с холодильника вытащат. Все, как Серега говорил, да. Да, Серега. Самое смешное, прав. Как выглядело-то. А, вот она. Мира, я бог этого Кира. Мир ему лежит. Отдыхает. Здорово. Пупон. Бензопила со снотворным. Ну да, топор со снотворным. У кого? Комната с капсулами, кажется. Кажется, она была помечена на карте. Но я не вижу здесь никаких капсул. Что важнее, где Мира? Э? Мира где, блин? Ну, даже если ты спросишь меня, то есть ты не знаешь. Черт, лишь бы ноль ничего не... Я его за Юрусанаю. Юрусанаю. Мира, Мира, он мой ангел. Натян, я на рутрекере качала. The movie, где я его качал. Открывайся, открывайся, я не помню. А, на рутрекере, наверное, да. Эрик, успокойся. Как я могу быть спокойным? А может и нет, не уверен. Вдруг Мира оказалась где-нибудь заперти и сидит и плачет. Она не умеет. Сейчас уже не вспомню, где я качал. Может, где-то в рандомном трекере, если на рутрекере не было. Надо быть спокойным. Ты просто тратишь свою энергию. Пожалуйста, Эрикун. Да знаю я. Конечно, я сдаю. Я не могу просто так сидеть, сложа руки. Так не сиди, сложа руки. Самый важный человек. Как представлю, что она сейчас страдает. Я тоже это ощущаю. Я не хочу, чтобы ты или Мира пострадали. Игоревич, как видит касцену, книжку сразу берет. Кобыла ведьмака фыркнула. Дрогнула земля. Горы загудели. Зубчатый край каменной стены вдруг затуманился на фоне неба, а сама стена неожиданно заговорила. «Внимание!» – закричал Буголь с другой стороны моста. «Эй, там, внимание!» Первые камни, пока еще мелкие, зашуршали, застучали по лихорадочно дрожащему обрыву. На глазах у Геральта часть дороги, раскрываясь черную, чудовищно быстро увеличивающуюся щель, оборвалась и с оглушительным грохотом рухнула в пропасть. По коням рявкнул Гилленстерн. Ваше Величество. Ваше Величество. Ну, Недомир, вжавшись головой в гриву коня, рванулся на мост. За ним прыгнул Гилленстерн, несколько лучников. Лавина, с дороги. С дороги, ведьмак, с дороги. Быстрее, Геральт. Вставай, ведьмак. Вставай, Йен. Геральт, осторожно. Очень трогательно. Какие было. Удивительные тут диалоги в книжке, если читать только диалоги. Геральт, вставай, ведьмак. Вставай, Йен. Вставай, Геральт. Геральт. Но у них там ДТП. В смысле, ЧП. Ну да. Тут особо не побеседуешь. А я вот сейчас читаю, там болтают просто супер нудно, супер скучно. Я сейчас чуть в ванне не уснула, поэтому стрим опоздал. Сутурайку. Нет, он опоздал из-за граната. Из-за граната. Сильное стекло, очень толстое и твердое. Находится кнопка. Может, кнопка пожарной тревоги или кнопка самоуничтожения? Лол. Три зеленые линии. За какой-то код? А почему? Не знаю, пока что мало знаем. Ну, Джон, минус на минус дает плюс, я понимаешь? Я бы не сказал, что он... Как псих, прям, он просто эмоциональный очень. Он ведет себя как подросток на гормонах. А может, он подросток на гормонах? Эй, тут есть отверстие, давай засунешь руку.
Зачем, чтобы достать шестеренку? Мне кажется, у меня не настолько длинная рука. Да ладно, у тебя маленькая рука, просто засунь руку, может, сможешь достать. Как скажешь, блин, у меня застряла рука. Что же делаешь, какой же ты неуклюжий. Да ты по-любому не смог бы ее достать, я просто пошутил. Ах ты, подлец, заставил меня засунуть туда руку. Помоги мне вытащить руку. Круглая блестящая штука с числами. Опять западня, типа заденешь и умрешь. Что? Я уже заделал, вроде ничего не произошло. Что же это значит? Какой же ты шутник, Эрик. Все ясно. Думаю, эту тебе придется решить самому. Что? Почему? Ну мы распределим роли, это слишком легко для меня. О, это мы, поэтому Игорь. Я разберусь по следующей головке. Да. А это пикапик. Да. Как скажешь, окей, я попробую. Это мусор? Дай сюда. Это мусор. Это какой-то псевдомусор, очень легкий. А что надо? Вы издеваетесь? Пойду чай себе налью. Можешь мне налить заодно? Мы распределим роли. Я решу головоломку. Нудная головоломка. Предоставляю ее тебе. Я бы и сам смог ее решить. Но раз я хороший человек, дам тебе попробовать. Это не из-за того, что ты просто не хочешь ее решать, значит. Вау, какая сложная головоломка. Подождем, Майти. Без Майти мы ее не решим. А, блин, какая сложная, а. Красного не получается подвинуть, блин. Давайте, у меня не получается. Помоги, пожалуйста. Нет, это слишком сложно для меня. Че, ты не будешь решать? А если мы вот так подвинем? Все равно не двигается. Не, ну это, видимо, начало только. Дальше будет проще. В смысле, сложнее чуть-чуть. Майти ушла, она не может помочь. Ну давай же. Кстати, что там с GTA? Еще беру зеленый. Все, сдались. Мы без тебя не можем. Ого, класс, она вылетела просто. Ну ладно. Игоревич опустился до интеллекта Карлсона. Наконец-то. Знаете, смотри, даже вот когда так... О! Теперь, наверное, зеленую надо подвинуть. Все равно не получается! Спаси меня! Это просто я решаю головоломку вот так вот. Там сейчас пикапик в чате должен качать. Блин, ну ты же почти уже, ну почти. Не двигается. Ты что наделал? У тебя получилось, я бы быстрее справился. Ура, крышка открыта, достанем этот молот. Теперь с молотом я могу все крушить. О, наконец-то. Молот со снотворным. Я же должен сказать, как она решается. Что-то активирует, но что же. Ой, фотография. Портрет перевернут. Начинает болеть шея. Может, это хобби у ноля, не могу сказать, что понимаю вкус. Два взрослых, два младенца. Это родители, может, для украшения просто. Как больно, руки онемели, а стеклу хоть бы хны. Либо я слишком слабый, либо плохой молот. Вот, блин. Должен найти Миру срочно. Он просто ходит и лупит по всему молоту. Я хожу и луплю по всему молоту. Вау, что за хрень? Комната только что наклонилась.
Я испугался, похоже, вода. Вау, прикольно. Я хочу комнату, которую можно крутить. Чатик, сделай. Вау, прикольно. Я ударяю, потому что так написано в записке. Какой записке? Он где-то нашел записку, пока мы не смотрели. Клево. Не знаю, что надо сделать, но мне нравится. Слишком высоко. Они меня бесят. Ура, открылось. Первый замок открыт. Хочу головоломку про мусор, блин. Вот бы забыть Лейтона и перепройти его. Так, там поворачиваться нельзя, окей. Это хоть больше похоже на головоломку. А что надо сделать, кстати? А, вытащить красную? Видимо. Я прошла. А что надо сделать? Вытащить красную? Угу. Открылась легкотня. Ой, я знаю эту игру. Откуда я это помню? Может, ты играл когда-нибудь? Ладно, просто возможно, сними замок. Возможно, 5 секунд назад. Но это, конечно, не точно. По крайней мере, это уже головоломка. Да, можно крутить. Не сложная, но нормальная. Да, вообще не сложная. Я могу легко ее пройти. Я просто не хочу, чтобы быстро заканчивался стрим. Правильно. А то нам не во что будет играть, ну, сами понимаете. Угу. Что? Понял, что ты пытаешься сделать. Пройти головоломку. Да. Фиг-фиг. Я знал, что у тебя получится. Я открыл бы замка, теперь нужно крышку. Забираем отвертку. Это все равно не то. Без насадки. Что еще тут не открыли? Твоя очередь, Эрик, я уже открыл головоломки. Ты меня игнорируешь? Ладно, я сам справлюсь. Даже не знаю, как это решить. Смотрите, Эрик сам справился. Да, правда, я не Эрик. Эдик. Я не Эдик. Это что, кукла ноля? Become me. Наконечник не подходит, нужна деталь. Какой там кнопкой? Я забыл. А. Без кликухи остался куб.
Или кухи. Чувствуешь, да? Чувствуешь? Чувствую. Какие большие зубы. Ага, большие. Хочу гигантскую отвертку. Не хочу. Зачем мне гигантская отвертка? А можешь, Эрик? Ага, вот так. Идеальное попадание. Отлично, теперь покрутим. Это судоку? Что это? А что, только нижнюю можно крутить? Что-то не пойму. Кажется, я напортачил. Наверное, нельзя, чтобы число становится отрицательным. Надо быть аккуратней. А что можно? Влево-вправо крутить. Не, всё. А что надо сделать? Не знаю. Число меняется по центру. Минус 3, плюс 1. А красное прибавляет, синее убавляет. Вот что. Угу. Надо сделать спойлер, говорит Джон. Чё бы вам наспойлерить? А чё надо получить-то в итоге? Все, максимум. Ну да, туда 3 цифры не поместится. У нас есть подсказка? Ну да. Где? Много где, я думаю. У нас есть страйк. У нас есть become me. У нас еще картина, которую мы не переворачивали. 21 надо. А что такое страйк? Причем тут 21? Мы делали 21 вообще-то. Когда? Вообще тут уже написано 21. Не могу придумать, что вам проспойлерить, чатик. Вот тебе, пожалуйста, 21. И чего? Станьте мной, значит... А, 0 надо получить, блин. Спасибо, Ку. Кто тебя спрашивал вообще, блин? Так нефиг делать. Ага, прикольно. Рип. Чатик, сейчас вам проспойлерю. Короче, чувак выживет, но ему придется отрезать несколько пальцев. Потому что он их отморозил. Чувак из манги про скалолазов. Привет, Одиш. Привет, Одиш. А его сенсей умрет еще в первом доме. Ура, сработало теперь. Теперь что мы делаем?
двигаем комнаты. Ну, видимо, заднюю надо. О, она с приложением. Где там картина была? А еще, видимо, надо эти соединить. Полосочки. И полосочки. Зелененькие. Мы совместили полосочки. О, шотганчик. Смотри туда, только не говорите мне, что неужели это. Неужели там нормальные пазлы, а? Да, вот, пожалуйста. Как ты любишь, видишь? Можешь радоваться. Все как ты любишь, истинный мусор. Тебе подвинуться? Ну, не, у меня нормально. Ну, я бы не сказала. Я думаю, что это ложный мусор. Ничего не помещается никуда. Ну, лучше, чем было до этого, в любом случае. Их надо типа по приложению расставлять? Кого? Энкаунтеры, врагов и все прочее. Настолки. О, ты почти прошла! Наконец-то ты смог это сказать, да, Игоревич? Я всегда могу это сказать. Долго мечтал? Нет. Ты думаешь, я знаю, как пройти? Нет. Да, получилось. Успокойся, Эрик, их сложнее решать, если там становишься напряженнее. Знаю, да знаю, это спокоен, правда, я уже столько раз их решал. Ты и я все решал. Ружье с красным снотворным. Куда бы деть кубы? Ого, украли, но как? Вытащили. Если кто-нибудь украдет мой телефон, его ждет разочарование. Почему? Ты мой телефон видел? Видел. Ну вот. Что ты на меня смотришь? Притворяюсь пикапиком. Давай скажи, что почти. Да вот зачем? Зачем? Ура, дробовичок. Теперь дробовик мой. Эрик, я понимаю, что очень... Наконец-то дробовик со снотворным.
А патроны он уже типа вставил? Отойди, теперь стекло точно разобьется. Что? Подожди. Да, разбилось. Страшно, даже о рикошете не подумал. Теперь могу положиться только на себя и эту большую пушку. Ха-ха-ха-ха, это тупое стекло не смогло устоять против моей мощи. А чё портрет? Что ж кнопка цела, теперь что, нажмем на нее? Кто знает, за что отвечает, но мы можем просто не можем просто стоять. Нам нужно найти Миру, она может Киру. Больше опасности, чем я. Тут как? Нету этих самых, как Алло. Они называются? Киру. Альтернативных решений. Мира. Нашли Киру. Поэтому нет смысла искать что-то спрятанное. Если мы что-то не найдем, то нас дальше не пустят. Кира, Кира. Не могу. Эй. Держись, эй. Скажи уже что-нибудь. Освободи одну руку. Не могу. Давайте веревку. Быстрее, мать вашу. Остановись, папочка. О. Если ты не остановишься, то Крис. Ого, она что-то, он что-то вспомнил. Заткнись. Ого, как красиво там. Не нарисовано, а просто красиво. Так у него травма детства. У кого из них нет травмы? Крис. Как можно плакать, когда у тебя есть дробовик, действительно? это папа плохой. Он сказал сделать это. Поэтому я опустил в озеро, опустил тело Криса. Ох, нет, я должен продолжать улыбаться. Ты, как всегда, прав, Эрик. Действительно. Мы с благородным Равиксом. Я не могу не сходиться. Джунпей. О, Махач. Этот Махач все видят все время. Ты смотри, какая операторская работа. Куё прямо сейчас зарабатывает. Просто симуляция травм детства. Если вы хотите получить травму детства, то приходите в наш прекрасный погреб. 10 карантинов из 10. Там и шутки, там и комики. Чепух и веселый арсенал. Идеально, слушай. Нет, Карлсон убил Каню. Значит, он и Женька убил. Не то. А, чё произошло? А, анонсируем, кто умер. Команда Ку Мира. Команда Ди, Диана, Фай, Сергей. Эти шестеро теперь мертвы. В результате 6 паролей будут объявлены. Джун, Джамп, Вирджин, Блю, Ред, Милк. Кто из них Вирджин? Женек. Мне нравится, как Игорь не задумался ни на секунду. Мы же это вроде уже выяснили. Шестеро мертвы.
Да, 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 мы знаем уже это. Игра, в которой ничего нельзя пропускать. Остальные получат все пароли и смогут открыть их с дверь. Но Эрик же жив. Я-то... Мы можем выбраться. Это еще что было? Мне показалось, или ты сказал ура? Ой, это Дмитрий. А, нет. 6 человек умерло. А ты тут. А, понятно, я все понял. Ты с Карлсоном заодно. Что? Команда Ди погибла из-за голосования в 13:30. Ты и Карлсон знали, что это произойдет. А потом Карлсон разобрался с Джунпеем и Каней, а ты убил Миру. Чигау, Чигау. Получилось 6 мертвых человек. Голубые коммунисты-девственники прыгают в июньское молоко. Вот почему ты все это сделал, чтобы выбраться из убежища. Говори уже. Прекрати, мне больно. Ты убил Миру! Убил ее! Ты убил ее! Я помню, у меня были сложности, чтобы найти Нятян. Сейчас я вам все. Мне надо было что-то к заголовку добавить, типа. То ли в разделе игр искал. Искать. Ты убийца, убийца, да? Пип-пип-пип. Чап-чап-чап. Экспас, экспас. Эй, ты что творишь? О, да. Тонна. Подожди, Эрику. Я не убивал Миру. Не убивал? Конечно, нет. Я бы никогда такого не сделал. Да кто это сделал? Скажи мне имя убийцы. Но я... 20 секунд. Столько секунд я тебе даю. Чтоб тебе сказать мне правду. Не люблю усоцков. Теперь скажи мне, кто убил Миру? Кира. А, время. Ого, время. Ты несешь какую-то хрень. Я надеялся, он скажет. Здорово. Здорово. Почему? Убил. А будем пробовать. Всех? Начиная с тех, кто вряд ли. Ходишь? Сейчас мы сыграем на его слабостях. Какие у него слабости?
Я думала, напишешь твоя мамка. Он даже не прокомментировал. Потому что я его промотал. Наконец-то можно мотать. Твоя папка. Как его зовут? Кого? А, Эрик. Эдик. Я? Я убил Миру? Надо же, по крайней мере, показали другой диалог. Да, чудеса, он был такой длинный. Если мы скажем Зеро, нам скажут, как зовут Зеро? Нам же не сказали, как зовут твою папку. Действительно. Понятно, ноль, Кун. Ты в какой-то степени прав. Но именно ты это осуществил. Какой ты занудный, Эдик. А, потом все, вернемся. Эти не смешно стоят. Ищи, кто смешно стоит. Этих мы всех видели. Вот, смотри, женек какой. Обычный женек. Руки в боки. Ты такой же пидор. Ну давай. Саундтрек ты включал уже? Какой, этот? Да. Нет, подожди, мне нужен другой саундтрек. Просто женек так выглядит. Очень сложно, Игорь. Ох, ладно, даже не сначала открылась. Ну еще бы, ты смотришь каждый день, наверное. Да, слишком сложно. Телевидение, этот... частное телевидение, продюсерский центр «Сыр» и «Каламбур Пикчерс» представляют... В принципе, это отлично заменяет просто все диалоги в этой игре. Это какая-то старая заставка. Да, сам первая. Я ее не найду никогда в жизни. Мужчина был казнен. Про кого они там говорят, кстати? Не важно. Раз уж мы... Ладно, пофиг. Его жена покончила с собой, короче. Может, это Эндик был? Не знаю.
Результаты ДНК-анализов показали, что мужчина был невиновен. Он был ложно осужден. Нам это уже говорили в другом, этом самом. Жизнь попросту несправедлива. Это не та заставка. Вы так не думаете? Ух, опять эти бессмысленные истории. Хочу скриншот. Да. Было тяжело. Баллончик с люминолом. Ну все, нашли люминол. Теперь будем на все прыгать. Как в худших играх. Почему все так блестит? Я не могу, меня бесит. Время принимать лекарства, Джунпи. Если произнеся, ты одел лабораторный халат. Он имел в виду одежду медсестры. Люминол для снотворного, да. Шипни в лицо Жене, пожалуйста. Поверхность широковата. Мусорное ведро, можем в нем спрятаться. Там тебе и место! Я шучу. Чего вы такие серьезные? А, ну легко. Каждый раз. Поменяли. Ни разу не подошло еще. Закрыто? Стетоскоп. Мы играли с ними. Только попробуй надеть на меня эту штуку, Женя. Они играли в доктора? Угу. Проверю твое сердцебиение. Под одеждой, но уж нет. Ну что, я же не просил тебя ничего снимать. Вот я уж. Зачем так быстро разрушил мечту парня? Всего лишь хочу в карман залезть. Да уж, сразу видно, по-моему, это электрощиток. Я так же думаю, но черт, закрыт крепче банки с рассолом. Не будем прикасаться, нам может ударить электричеством, если не будем осторожными. Арсений выглядит мертвым. Не похоже, что тут что-то есть. Продолжим осматриваться. Он трек ужасный, надо помнить. Да уж. За плакатом что-нибудь есть? Ничего нет. О, так вот, пика-пик, вас в карантин посадят? От чего? Это коронавирус. У кого? Пика-пика? У всех. А почему именно пика-пика посудят? Потому что у них общежитие. У них общежитие коронавирус? Ну они же конечно, студенты, кодов, значит, а в их институт стопудово там учатся люди с какого-нибудь другого места. Как сказать, во всех университетах сажаются? Да, вообще во многих. Но не в России. А. Пока что. Но все к тому идет, что в России тоже. Тоже засохло растение. Женщина держит свечку из шелка, картина на ткани. Чё-то мне не по себе от нее. Почему? Почему-то. Увлажнитель воздуха. Кожа высыхает зимой, увлажнители помогают. Кожа, наверное, вся загрубела.
Обычное кресло выглядит целым. Светационный стол. Итак, Джунпей Тимиёзи, что вас беспокоит? Пожалуйста, доктор, вы должны мне помочь. Я думаю, меня отравили. Слишком рано? Что вы тут дурачитесь? У нас нет времени. У них в Питере мед уже на карантине. Ну это хорошо. Мед он опасный. Тут нет штрих-кодов где-нибудь. А, кстати, я, кажется, про это читала. Про мед? Да, который на карантине. На карантин закрывают штуки, в которые приезжают студенты, которые из Китая, из Италии, из всего вот этого. Я пропустил, пока сказал заставку, которая не подошла. Хотя он говорит, игра громко, но тихо. А, да, я игрушку погромче сделал. Кошмар, чатик вынужден вместо наших прекрасных голосов слушать отвратительный саундтрек. Не на что тут смотреть. Ничего полезного. Что ж ты спойлеришь, сестра Нятян? Это спойлер? Конечно. Ящик закрыт. Надо найти, как его открыть. Ну, потыкайся, короче. Я сейчас приду. Ух, сейчас я все заспрею тут. Ну почему? Почему стыдно-то водишь? Они очень даже напрямую связаны. Кто? Штука, которую водишь, назвала бихолдером. А что она? Она выглядит как бихолдер, только маленькая. О, что-то появляется. Вот, видишь, я все прошла. Открывай ящик, я сейчас. У меня покемоны тут. Ну давай, неси хоть их. Молоком залей. Блин, давай залей. Обожрусь и помру молодой. Вот какая я молодец, я все сделала. О, а как решать? Ого, можно решать. А как это вообще рулить? Чего? Что? Как рулить? Что делать? Что сделал? Я ничего не понимаю, чатик. А, вот как. Ё-моё, очень неудобно.
Че оно не крутится, вот нифига? Ничего не вижу так. Почему мне не дозволено это крутить? Ладно, я все равно это как-то сделала. Мне нужно съесть что-нибудь сладенькое, чтобы взбодриться. Не могу поверить, что я с ним согласна. Ты согласна. Женей. Я тоже. А что он сказал? Он сказал, что мне нужно съесть что-нибудь сладенькое, чтобы взбодриться. Да. Спасибо, Игорь. Где ты нашел эту одинокую малину? В твоих мюслях. Ого, там была малина. Слушай, когда я себе насыпал, у меня-то 4 ягоды таких когда было. Когда я себе насыпала, у меня был только кокосовая стружка, и все. Что тут происходит, что жать? Ты все достала? Шприц нарисован. И свечка. Я не мешаю? Нет. Yeah. Ввели шприц в свечу. Ничего не происходит. Что-то спускаем. Можно выключить это сердцебиение? Пожалуйста. Yeah. Что вы еще там нашли? Где? Yeah. Кафу. Ничего, я все это время вводила пароли. А-а-а. Потом решала пазл дурацкий. Ого. Что, там было... больше ничего не было, да? Больше ничего. Которым надо было собрать куб, но при этом он с таким большим трудом крутился, что ни хрена не было видно. А, мы карточку получили, точно. Подошло, теперь можем воспользоваться. Давайте проверим. Давай, Карлс. Жми кнопку. Кого просканировать? Конечно, Женю. Может, на меня рассчитывать, постараюсь тебя разделать на кусочки, Женя. Ладно, в принципе, звучит верно, но слишком уж ты ужасно это преподносишь. Она не шутит. Женя. Надо проверить. Нет, сначала мы отсканируем кого-нибудь еще. Канечку, конечно. Хе-хе, готовься. Не делай ничего странного, пока я лежу, Женя. Да я просто говнюсь, Джон, не обращай внимания. Ну чё, у кого нет мозга по результату? Это игроков спросил, мол, кто это? Да, смешно водишь. Сейчас узнаем. Что это значит? Мы тыкаем сканером для штрих-кодов. Чего хотите от меня? Будь здоров. Спасибо. Расти большой. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Он не закончил сканирование. Что? Штрих-коды на мозгах. Да, это реально штрих-коды. В этой игре все время так. Знаете, вспомни передачу со смешными диалогами. Каламбур. Например. Там есть хоть что-то с диалогами? Конечно. Роллер 700 с чем-то там. А, точно.
Блин, что вот это значит? Я никогда не умел штрих-коды считывать. Они у меня всегда не считываются. У нас были какие-нибудь подсказки еще? Вроде не было. Цветет альфа и орешник. Орешник уже доцвел. На, потыкни. Понравилось? Да. На безрыбье все рыба. Обожаю лосось. Кстати говоря. Как ты это сделала? Просто провела по нему. Я же проводил. А по всем трем, типа, да. Одновременно? Ого, зеленая лампочка. Они все сдружились в этом руде. Это, видимо, true root. Чего трешь? Бутылка чернила, очень нужна. Гаечный ключ. А, ну сейчас мы чернила, конечно. Чернила-то мы сейчас воткнем. Пойдем картридж заправлять. Так страшно. Ходишь, кабак, мы уже пробовали только что. Чернила пошли по нижней части картины, совсем не страшно. Два пятна, которые выглядят как знаки X. Что-то есть посередине, похоже на шестиугольник. А, понятно. Отодрать картину было не дано? Я думал, они за ней уже посмотрели. Такого болта убрали, чё? А, это тоже свеча, да, логично. Божественный тык Майти, да. Именно так. Там класс. Ну да. Это неожиданное место для болтов. С краю. Кто бы мог подумать. Нельзя же просто взять и картину оторвать. Что-то выдвинулось. Это да, женёк выдвинулся. Слишком много информации, Карлсон. Слишком много информации. Похоже, что-то есть. Может быть, это антидот? Какая же комбинация? Почему бы нам не ворвать в диски, пока не услышим звук? Не думаю, что это будет так легко. А нельзя? Можно использовать стетоскоп, чтобы услышать звук. Надеюсь, это сработает. Ладно, всем тихо. Спасибо, Игорич. Все, здорово. Я позавтракала. Пойдем гулять. Больше всего я узнала о взломе сейфов в той книжке. Игорич, ты знаешь, какой? Физика. Я забыла, как называется, да. Мистера Феймана? Да. Кто бы мог подумать, что я узнаю все это оттуда? Так, может, с таким паном? Я ничего не понимаю. Блин, вечно в чатике все друг жрут. А почему сестра Нитя написала, что нам что-то отправит? Его она такого не писала. Нет, написала, что дальше отправит? Написала, что Одишу отправит. А, да, тогда хорошо. Джон, а зачем тут слух? Тут все нарисовано. Угу. Может, это звуковые есть. Единственная звуковая головоломка, которую я видела, была в Undertale. Какая? Там музыку надо было подобрать. Это единственный раз, когда тебе это встречалось? Да. Игорич, я играю в третьих героев и в Undertale. Да, открыто. Хорошая работа, Карлсон. Давай откроем его. Возможно, здесь антидот. Тут 8 контейнеров. На каждом кнопке маленькая пробирка. Просто что это? Спасибо, Игорь. Почему я так много пью?
Чтобы забыть? Что ты пьяница. Шен... А, крутой пике. Бро. Мои поздравления, команда С. Похоже, вы нашли антидот. Я, должно быть, сейчас циркулирую в крови, и от этого вы ощущаете тяжесть. Ваши жизни будут спасены, если вы выпьете 100 мл антидота из этого ящика. Ящики. В этом ящике. Как видите, здесь находится 8 контейнеров, помеченных как-то. Лишь в одном из них находится антидот, остальные 7 пустышки. Нет, сэр. Просто когда я нервничаю, я сильно потею. Не беспокойтесь, Дримкинс. Скоро эта проблема вас перестанет мучить. Почему? Потому что, насколько я знаю, покойники не потеют. Как-то неинтересно смотреть на эти кнопки. Все-таки и они так жестоки. Дам вам подсказку. Под каждой кнопкой находится небольшой образец. Там лишь 1 мл, но для определения этого вполне достаточно. Антидот обладает специфическим свойством. Спустя 3 минуты кончик вашего языка онемеет. Сэр, разрешите? Конечно. Не, ну тут этот ноль болтает, это неинтересно. Если мои вычисления верны, никто никого не закинет с пилой не гоняется. Спустя это время я полностью распространится по вашему телу, и ваша жизнь подойдет к концу. Какой контейнер вы откроете? Выбор за вами. Я бы жралась. Эш, что же нам делать? Что нам, черт возьми, делать? Может нам проверить каждый слева направо? Возьму А, Карлос Б, Аканя, ты бери С. Этот метод не сработает. Почему? Мы узнаем ответ только через 3 минуты. Сэр, может быть, вы тоже позавтракаете? А что у нас сейчас завтрак? Да, сэр, все пассажиры уже позавтракали. Неужели? И сколько после этого их осталось в живых? Так лучше. Да, идеально. Ваш бортмеханик по внутренней связи. Да, и что он хочет? Он хочет кое-что сказать вам по поводу турбины. Турбин? Да. Турбины. Что такое турбина? Турбина — это двигатель самолета. Акамил Шинзю. Как? У нас есть, оказывается, двигатель? Что же вы молчали, Дримкинс? Соро-соро 3 минуты. Моя сердце не ощущает ничего. Смотри, что ничего не случилось, как и с моим. А ты, Аканя. Ничего. Никто ничего не почувствовал. А это значит... Мы просто бесчувственные. Представляешь, мы проходим до конца. Как всегда, Аканя до всего догадалась, а нам за нее думать. Достало уже тебя спасать все время, блин. Должна быть разная сопротивляемость. Яд на нее работает быстрее. Тогда что же нам делать? Кто там что взял? Карлос, ЕФГХ, Джунпей, ЦДГХ, Аканья, БДФХ. БДСФ. А, не нужно проверять. А, и никто ничего не взял? То есть, а, получается, ответ. Все? Каков ответ? О, спасибо, сестра Нятян.
茜は B、D、F、H のサンプルを。その結果、誰も痺れを感じるものはなかった。Карлсон думает, смотри. Слышишь, у него винтики скрипят в голове. Все так просто? Или это опять подвох какой-то? Он так улыбается. Ну, мы можем просто все перебрать. Умереть 9 раз. А почему А? Потому что его никто не пробовал и никто не почувствовал. Почему здесь 6? Ну, это, конечно, нужно 100 миллилитров. Может, с каждой по 50? Почему именно по 50? А, ну да, логично. Нет, скорее всего, каждый по 100. Якши Шида. Значит, 3 пабельки лишние. Чё вы обсуждаете? Ладно, ты уверен, что они правильные, Карлос? Карлос... Да, уверен. Где-то я это уже видела. Там звуки умирающие. Женек с Карлосом, короче. Женя, не пей. Рассуждают, а это помирает. Буду пить, сколько захочу. Быстрее, давай ей лекарство. Да знаю я. Нам тоже надо выпить. Отлично сказано. Вздрогнем. Он пьет ничего. У них нет бутылки в руках, вы видите это? Мне казалось, у Карлсона была. Нет. Ни у кого из них не было. Че, сейчас пикапик скажет? Ну ты тупой, Игоревич. Все проще гораздо. Масака. Масака, это же... Чемпион. Женек. Точно ли надо было его пить? Извините, я, кажется, она не потеряла. Нет, все в порядке, твой план нас спас. Спасибо! Правда, странно, что здесь 6 пробирок, зачем так много? Чем же остальные 3? Возьми с собой. Ура, потеря. Команда Ку-Ку, Мира и Эрик. Эти трое теперь мертвы. В результате 3Х пароля будут объявлены. Их так смешно трясет. Ай, Кир, Фур. Кира, Кира, слышишь? Кира, да. Это неспроста. Она Кира. Блин, она и правда Кира. Аку это, видимо, Ай. Ну, чувак, соски Фу. Ну да. Значит, живы только мои команды. Джи. Какой ты умный, Женя. Подождите минуту. Я думаю, что команда Ди сейчас в опасности. У вас в голове один Ди. Это у Жени. Карлсон, Женек, хватайте антигод. Антигод, антидот, бегите в гостиную. Нет времени объяснять, быстрее. У нее никогда нет времени объяснять. Дайте дот, пожалуйста, и выпейте, Акане. У них у всех почерк одинаковый. Да. Каноэ разговаривала, кое-что поняла. Мы не единственные, кому были яд. Нам сказали... Что они говорили? Слышишь, когда я заснул, ты больше никогда не проснулся. Ты права, он и правда сказал шестеро. Рокуни. Да, и команда Ку сейчас. Поэтому мы будем просто сидеть и гладить собачку. Трое. Это важнее. Да, мы так спешим. Все из команды Д. Надеюсь, он до них доберется. А, да, кстати, Джон. Все, что мы можем сделать, это молиться. Господи, помоги, пожалуйста, этому пёсику добраться вовремя. Или
Что он не успеет дойти, тогда получится 6 мертвых людей. Это имел в виду? Имел в виду. Женя-ку! Я пошутил, блин. Ты как моя мамка. На самом деле она его мамка. 100 пудов. Мамка Люб. Он за ней ухлёстывает, потому что он мамка Люб. У него комплекс. Карлсон, ты плохо выглядишь. Вы как по-гейски он сидит, блин, я не могу. Как ты? Женя? Да. Может быть, я-то еще не до конца исчез. Нет, не в этом дело. Волнуешься за команду Ди? Жень, это может быть бредово звучит, но... Я кое-что видел, словно видение. Видение? Твоя голова, Джунпи, она была в кладовой, лишь твоя голова. Карлсон, ты чё курил? Я в порядке, видишь? Смотри, все конечности на месте. Ничего не говорил про конечности. Может, это пророчество или что-то типа того. Дурак, что ли? Будущее, думаешь, видел? Только Женёк умеет видеть будущее. Согласна, вряд ли ты можешь предсказывать будущее. Видел не будущее, но иное прошлое. Бецунорекшиму. Ты же знаешь, Женя, теорию морфогенетического поля? Нет, он не знает, объясни. Спасибо. Я думаю, Карлсон увидел другую реальность. Ее платье с разной текстурой, сверху и снизу. Прикольно. Это странно. Почему? Ну, я думала, что это свитер у нее такой. У нее еще рукава другого. А рукава третьего вообще, да. Какого хрена? Да. Мода 2028. Ты уверен в этом? Ты к чему клонишь? Карлсон сама, ты пожарный! Ты, должно быть, попадал во множество опасных ситуаций. А чем так стоишь? Ноги отсидела. Лучше пойти направо или налево? Наверх или повернуть назад? Может быть, когда ты принял решение, ты принял во внимание другие реальности. В какой двери находились нуждающиеся помощи люди, за какой лишь огонь? Спасибо, что вы показали нам эту полезную картинку. Ты это знал, потому что уже видел, как это происходило. Теория морфогенетического поля. Да ты об этом знаешь, Аркане. Потому что у меня есть такая же способность. И у Жени тоже. Однажды он спас меня, лишь благодаря этой способности я здесь нахожусь. Было давным-давно. Это неправда. У меня больше не получалось ей пользоваться. Вот и поэтому запил. Приветствую. Каково себя чувствовать, оказавшись одним шагом в аду? У тебя бывает, что один твой шаг попал в ад. Пришло время спать, товарищи. Ой, согласна. Давай спать. Когда вы проснетесь, вы не будете помнить, что произошло за последние 90 минут. Но я еще не нашел способ сделать эту игру смешной. Получается только кринж. Приятных снов. Было же забавно. Ну так. Ну, если хочешь. Давай, время много уже. Я что-нибудь поиграю, пойду. Куда пойдешь? На улицу? Ну уж нет. Сохранись только. Ура, время спать. Чатик через 90... Нет, подожди. Когда вы проснетесь, вы не будете помнить последние 90 минут. Вот, спокойной ночи.